затрачивать. Вот и покажи пример. Расскажите, для чего вам нужна вода? Чтобы заливать горку, чтобы дети могли кататься с соседних домов. А где вы ее берете? Привозим. Сами? Это не да? Этому лысому, ты из дома? Как раз от леса кравчу. Что вы делаете? Украшаем юбку. Зачем? Как можно. Чтобы было красиво. К Новому году. А то на площади Ленина никто не украшает. Хоть где-нибудь, хоть здесь украсть. До сих пор елки нету, позорище. Есть какие-то новости у Сергея Ивановича? Да, есть последние новости. Сергей Иванович приезжает на Министерство по экономическим статьям, он начал с ними ознакомление. Это аж 200 томов дела, если мы понимаем, что по тому уголовному было 80, то здесь почему-то аж 200 за полтора года они набрали на него. Ну, какой срок дадут ему на ознакомление, мы, конечно, не знаем. У нас могут все ожидать, что 3 дня, и на этом все. Ну, на здоровье Сергей Иванович не жалуется, передает нам привет, чувствует поддержку нашу. Ну, и поэтому мы его поддерживаем, ждем и любим. В случае проведения публичного мероприятия вы будете привлечены к административной ответственности за нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Все услышали, все заснято на видео, все предупреждены. И мы вас предупреждаем, что здесь находится территория гайд-парка, утвержденная правительством Хабаровского края в 2012 году. Здесь разрешены мероприятия без согласования, уведомлений и так далее. И по 54-му закону, на который вы сейчас ссылались, статья 8, подпункт 1.1, у нас здесь никаких уведомлений до 100 человек, никакие изменения в закон федеральный не вносились, а федеральный закон выше постановления любого субъекта Российской Федерации. Все, поэтому по 20.2, к сожалению, к вашему, мы не подпадаем. Отпадает? Нет. Да. Указ президента есть от 21 года. Я только что он зачитал номер 595 об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре-ноябре 2021 года и о внесении изменений постановления правительства. Нерабочие дни закончились 7 ноября. 8 ноября всех выставили на работу. У нас существует структура подчинения законов. Существует подчинение. Конституционный закон. Да? Потом идет федеральный закон. И только потом все остальные нормативные акты. Ну, поэтому мы руководствуемся федеральным законом номер 54, статьей 8. Юридическими терминами обращаться. Да? Вот я вас предупредил, вы меня услышали. Вы уведомили? Все. Мы услышали, да. Достаточно. Да? Скажите мне. А что ваши девочки? Вообще-то на месте. А? Расстояние у нас соблюдается. Ну так вы не подходите ко мне, я ушел оттуда, вы за мной. Ну ладно. Маски, вы на работе. Важно, слышала, Кристина, что маски на улицах. Вы обязаны надевать маску. Вам товарищ подполковник рассказал, что маску носить не обязательно на улице. Я соблюдаю. Гуляйте молча. Вот я говорю, буквально перейдя через дорогу, вон туда или туда, мы подлетаем под него. Здесь нет. Станислав, ну вот сейчас сотрудник полиции сказал, что маски здесь не обязаны одевать. Ну видишь, даже в этом случае мы и под санитарные нормы не попадаем. Под 54-й закон мы и под КОАП 20.2 мы не подпадаем. Под санитарку мы не подпадаем. Ну и замечательно, ну и отлично. Все, мы гуляем нашими мирными гражданами. Мы же гуляем. Все. Все вопросы в письменном виде. Нарушая правила дорожного движения, заставляете. Почему? Я не заставляю убирать, я предупреждаю о том, что ваш автомобиль может стоять по правилам. Будет происшествие. А, вы в нашем благе. Чтобы мы... Вы почему-то критично все воспринимаете мои фразы. Потому что вы объясняете так критично. Я объясняю? Да. Я объясняю просто громко, чтобы вы слышали. А мы слышим, мы не глухие, не тупые, к сожалению. А, уже услышали? Да, конечно. Хорошо. Отлично.